Итак, всем привет. Прохождение старенького, добренького Вольфенштейна. Надеюсь, на этот раз меня нормально слышно. Не как на том видео, где игра громче даже звука. Хотел сказать, что они одинаково. Так, сейчас я тут быстренько настрою, поменяю. Нафига синхронизация в окне? Ага, понял. Нет, синхронизацию не надо применить. Что за Вольфенштейн? Я не знаю вообще, чего она тут меня делает. Яркость мне надо побольше, потому что быстродействие компьютера. Так, наоборот, быстродействие компьютера, если на низкое, то значит максимальная графика. Если высокая, значит все не так. Билинейная, трилинейная. Понял. Ага. Анизотропная. Не очень понятно, что это. Все, сохранилось. Визуализация, да. Звук. Давай-ка ты потише будешь. Не будешь. Такой квад даже есть. Surround. Ага. Да. 2.1. Че за 2.1? Это как там вообще? Громкость эффектов, диалогов, музыки. Ну, наверное, диалоги поважнее. Ништяк, так и оставим. Управление. Надеюсь, тут адекватное управление. Кнопка. Использование кнопка 3 или F. А чё, Е никак, что ли? Вон, джойстиком можно управлять. У меня простенький. За 100 рублей, грубо говоря. Передвижение обзор. Вверх-вниз. В смысле? Вперед. Назад. Зю. Серьезно? Вообще-то это ВАЗД. ЦФВ. ЦЮ. Как за Ю. Непонятно вообще. Так, ладно, игра. Автонаведение. Зачем? Хотя интересно, как это на мышке будет выглядеть. Субтитры, да? Так, ну что, попробуем создателя. Компания или... Эй, только компания, понял. Ультер. Новая игра. Продолжить. Новая. А, можно поиграть, папа? Не трогайте меня. Давай их сюда. Я воплощение смерти. Это байт, конечно. Не, но я все равно нормально поставлю. Я адекватный. Так, чуть-чуть кашляю, чуть-чуть болею. Чуть-чуть шмыгаю. Это карта с этого Shipped в CSGO. Хотя эта игра вышла позднее, чем Вольфенштейн. О, голос ведьмака, ништяк. Это перевод механиков. Ага, переоделся. Биджей, диджей, Бласкович. Какой шпион это, Бласкович. Пион, блин. Давай уже, погнали. Паркур, Ямакаси, Дэвид Белль, Сирили Рафаэли. На Джеки Чан, самурай. Этот, Стивен Сигал. С USP ходит. Че, Хитман, что ли? Дигл, нужно брать Дигл. Он еще в 1.6 был. Чего уж сюда не догадались добавить. Это ж Вольфенштейн с USP бегает. Как в КС-очке без закупа за КТ. Жопу-то нафига показали. Фу. Ну кому-то нравится. Но явно не мне.
Сдавайся, разве с буквы С? Или сдавайся? А, ну да, да, с буквы С. Это здесь здание здоровья. С буквы З пишется. Там бомба. Как я угадал. Ого. Графен, графон пошел. Осуждаю этот знак, который только что был. Ну хотя в этой игре мы же валим этих гадов. Садимся в сломанный игрушечный самолетик. Нафига мне тут стрелка? Из Windows 2000 ME98? Или из XP? Ты откуда это? Че, все, конец игры? Я только начал. Блажкович! Блажкович! Я понимаю, Блацкович. Блажкович. Блайкович. О, история пошла. Блажкович. Что за Блажкович? Агент Блажкович. Да хорош. Вы успешно справились с заданием на терпице. Пустили его ко дну. Что-то мне не терпится уже поиграть. Фига ты этот, как его, Мэд Макс? Или Макс Пейн? Есть результаты? Немного, но есть от чего оттолкнуться. Медальон служил символом загадочной секты, поклонявшейся некоему черному солнцу. Не, ну прям старались, анимация хорошая лица. Это 2007, 2008, 2009 год. Тулийское общество возродило это... А, это типа пародия на Индиана Джонс, ясно. Ну, по мне, наверное, это самая лучшая часть и самая оптимизированная. Вот только G-Sync, V-Sync нет. В игре. Видимо. Так, я прослушал. Мы вышли на связь с бойцами сопротивления, кружком Крейсау. Они располагают... Крейсау. Где такие названия придумывают? Это детская игрушка какая-то. Гиммлера. Последние несколько недель он проводит операцию... Не, ну это точно что-то такое серьезное, мужское. Думаете, медальон добыл именно Цетта? Цетта. Предстоит узнать, агент Блажкович. Брашка. А, я не могу, мои уши. И прояснить ситуацию. Штаты. Передохнуть вам не дали, Биджей. Но вы с таким уже сталкивались. Диджей. Почему его тогда не диджеем назвали, раз он Блажкович? Когда приступать? Немедленно. К путешествию все уже готово. Желаю удачи. Ну, наконец-то, немедленно, блин. Сколько уже там? 5 минут прошло? Все, я могу управлять. Ну, кстати, сенса хорошая. Сразу же. 800 DPI. Немного сильно. Да. О, на 400. Ништяк. А я бегать умею? О. Фига меня шатает, я сейчас блевану. Да, куда вниз сюда? Нет, наверное, на 800 получше будет, чем на 400. Кто? Я тут. Я тут. А за что? За что убили-то? Я тут. А граффити можно поставить? А наклониться в сторону? Не, ну этот бег, он просто... На С приседания, ну да, 12 лет назад. Я просмотрел, что он выбрал. Ой, тут головоломки, как в этом. Как в Half-Life. Почему меня так шатает? У меня так морская болезнь, да, вот это прям 100%. А как это открыть? Куда идти-то? Видимо, мы уже закончили игру. Все, я в домике. Меня нету.
нормально поиграли. А я могу как-то вышибить или что? Мне оружие это дадут? А, типа, задание у нас вот здесь, да, должно быть? Че, он сейчас случайно уронит свой пистолет, которым я смогу воспользоваться или что? Что происходит? Я все-таки 400 DPI попробую. Куда мне надо идти? Я не понимаю. Я что-то не взял здесь, да? У меня отмечено звезды. Серьезно? Бег на левый shift? А чего ты от меня хочешь-то? Куда мне идти, что? А, посмотрите вверх при движении вперед. Ну, блин, как для детишек. Я думал, ты чужой. Нифига себе, уже спалили. Сразу на ты? А ты кто? Оружие. Но мы пока не можем уйти. Сложилась уникальная ситуация. На первой платформе стоит поезд отдела спецопераций, в котором находится экспериментальное оружие. Я слышал, ты хочешь навести здесь шороху. Как я взял? Я ничего не нажимал. А когда будешь в городе, сможешь пополнить боеприпасы и достать лучшее оружие на черном рынке. Отойди, у меня тут рука была уже. Блуди. Значок блуди. О, сено? Зачем мне сено? Так, мышка. Сразу же просто прибавить. Чувствительность мини-джойстика, это как это вообще? Так, убавить для 800 DPI. Так, вот так вот. И управление действием. Присесть. Где присесть? Приседание, кнопка мыши 5. You crazy. На 5? Серьезно? Я на мышке сейчас это нажимаю. Ну, приседать на мышку 5 это прям вообще жесть. Прочесть? Что прочесть? Как? Как прочесть, я просмотрел. Я уже под... Ты чужой? Окей. Покажи еще раз, как прочитать. Что? Зачем я гранату бросил? Я почитать хотел. О, прицел. Как я отвык от прицела. КС-ка. КС-ка виновата. Хоть в смысле хороший, он живой еще. У меня тут бутылочки нарисованы за место патронов. И они лопаются. Ништяк, а не мало. Ты кто? Граната? У меня еще одна есть. Промазал. Попал? Мимо. Перелет. Да не далек. Ноускопом не постреляешь. Вообще никак. А что делать-то? А как? А тут на перчатку можно ударить, нет? Или там с ножа, или быстрое убийство есть какое-то, нет? Хм. Ой, я на 400 DPI играю. Я же убавился на свои, на 400 играю. Ты чё меня провоцируешь? Ты меня байтишь? А сам? О, еще держать нужно. А, бежать же, я забыл. Лавочка нафта.
боеприпасам МП-40. Я вот знаю МП-3, МП-4, а вот МП-40 это как это? С ощущениями, с какими-то, да? Какое укрытие? Гранату кто-то кидает? Прыжок на пробел. Так я же здесь был. Зачем я взорвал ту хрень? Почему меня так шатает? Тут лестницы нарисованы. Ладно. Нарисованная лестница. Сейчас бы на поезде было нарисовано. О, такая пушечка мне нравится. Ну как долго она Это Call of Duty, что ли? А можно попасть? Воу, это не я. Перезарядка. Так. Прицел. А, бежим. Ну, сенса все еще большая. Как будто, знаешь, жопа кота какого-то. Этот приклад, блин, нафига он мне прям в лицо лезет? Как будто мне чем-то тыкают в лицо. Это так вообще неприятно. Зачем? Можно пониже было сделать, а не к рту подставлять. Кто-кто-кто-кто где? Моя первая смерть? Не надо. Кто? Откуда? Ищу. Хватит тут подсказывать. Что за спойлеры? Спойлеры для слабаков. Наверное. Молодец. Так, боты. Уменьши. Уменьши разговорник. Огневую тебе что там? Погреться нужно? Замерз или чё, блин? Z взять в прицеле. Блин, на правую кнопку мышки прицел. Какой Z? Нафига он мне альтернативное сюда показывает? Как это четко сейчас было сказано. Я думал, у меня дома кто-то разговаривает. А я вроде один живу. Как кто-то может разговаривать? Это крипово на самом деле. Может, сейчас свет выключить? Чтобы вообще прям в темноте. Хафтакт. Оу, ты что так пугаешь? Надо, тут две пульки достаточно. Нет, четыре. Какая граната? Ты что, блин, что ты делаешь? Перезарядись быстрее! Еще сзади. А кто меня прикрывает? А там двое, трое стоят. Че они, блин, делают? Естественно, последняя контрольная точка. Нафиг об этом спрашивать? Сразу загрузи меня. Где логика ваша? Это не снайперка, почему она так долго перезаряжает? А, ну да, там нормальных оружий же не было на то время. Ну тогда да, точно, Call of Duty. Ползем. А какую... Ты можешь быстрее перезаряжаться? Привет. Он просто смотрит на меня. А, ну что тут? Играли в жареная сосиска, обычная сосиска. А что это такое-то? Нет, я говорил про... Не про шпиона. Как аптечку? Я сам восстановлюсь. Да, спасибо. Д
Да опять граната. Она опять здесь. Да беги. Ай. Так, тут сзади был в прошлый раз челик. А где? Ты был? А ты что без каски? Храбрый что ли самый или что? Вот этот в каске. Он уже два раза увернулся. Бежим. Пока не перезарядишь, не побежишь. Это свои, да? Да я так и хотел. Подсказчику, защику. Во, вот пулемет, вот эта вот пушка. Вот это вот сразу видно. Нет, подожди. Вот сейчас бы я не остановился и ждал бы, пока она перезаряет. Тебе там нормально? Просто мистер Покерфейс, когда на все начать. Как уйти? А, это граната на поезде, понял. Ищи укрытие. А где предупреждение, что она взорвется сейчас? Я просто посмотреть хотел. Пушки, нету пушек. Ну, все такое, это... Инопланетное? Call of Duty с инопланетянщиной. С инопланетянкой. Тянкой. Окей. А что, не обжигает? А, нет, обжигает. А это? Это же газ. Почему он не взрывается? Блин, графон как в Биошоке. Ну, хотя, да, один и тот же год был. Можно не колбасить. Так, когда я бегу. Почему? Отпусти меня. Ты все? Сосиски в невесомости. Это моя способность. Как быстро убийство сделать? Куда? Бежим. Нафига меня так подкидывает? Так же можно за текстуры вылететь. Кто шарит? Куда тут нужно идти? Ну, может, разработчики так уверены, что у них точно нет багов в игре, что позволяют себе такие... Какой шпион? А ты свой? А, нет, не свой. А что тут ускорение какое-то стоит? А с вами можно и не воевать, да? Ха. Пусть живут. Наверное. Не, сейчас же все взорвется, да? Миссия выполнена. МП-40. Любимое оружие МП-40. Жёванный крот. На экран статистики. Я не дослушал. Здравствуйте, агент Блажкович. Я уж стрелять хотел. Из кружка Крейсау. Я покажу вам город. Экскурсовод, да? Я отметил на ней самые важные области и буду вносить дополнения по мере необходимости. О, это весь город? Ой, как плотно покушал. Вот эта звездочка у меня постоянно с начала игры, она светится. Мне нужно до нее идти, да? А что она значит? Задание. Ага. Просмотр карты, масштаб, золотой рассвет, явка. Начало эпизода. Где начало эпизода? Это типа в стиле старого Вольфенштейна сделано. Вот это вот начало эпизода, местонахождение. Значки похожие.
Но типа в новой графике. Так, как отсюда выйти? Запоминайте все необычное, что вы видите по ходу операции, чтобы потом сообщить об этом нам. Нажать D, чтобы открыть. Вкрутку. Пожалуйста, собирайте также все документы, которые найдете. Карты, приказы и чертежи. Торговцы черного рынка работают по всему городу. Я отметил некоторые точки на вашей карте. Там вы сможете... Вы увидите, что ваш журнал – бесценный инструмент. О, я уже на 7% прошел. Почаще заглядывайте в него. Классная игрушка. Вам наверняка нужно пополнить боезапас после схватки на вокзале. Идемте, я отведу вас к торговцу черного рынка. У меня 165 патронов, 3 гранаты. И у противников есть всегда пушечки. Так что зачем? А, мне нужно за тобой идти, да? Ты. Торговцы черного рынка за этой дверью. Входите и поговорите с ними. А что с Фовом? Почему? Все так узко. Что, дурак, что ли? Какие американцы? Мне бы не пришло в голову красть оружие из одного поезда, пока нации тушат другой. О, ты из мафии, да? Ты шпион? Я тебя спалил? Чем могу помочь? Дай пройти. Что делать? Ладно, потом. Слушай, братец, это тот самый Янки, который взорвал поезд. Янки. Я видел его в деле. Ты в курсе, что нация это типа на человек, поезд? Который но там американец. Случае, Янки вроде это значит. Доверять, Антон. Ты только погляди на его горящие глаза. Этот парень пойдет на все ради успеха, прямо как мы. Посмотри вокруг, Янки. Все, что ты видишь, смотри твоего, вокруг. У тебя голова как у совы крутится. Так, что, идем? Видел Штефана и Антона? Они братья и всем тут заправляют. Штефан, я так и понял. Зергут, следуйте за мной. Я отведу вас на явку кружка Крейсау. А там что? Вас ждет Каролина. Есть что? Я не сюда нажимал. Как почитать? А, удерживать F. Понял. Каролина, мы наблюдали за таверной вороном. Может, не почитать, а послушать? Время смены караула у близлежащего склада. К сожалению, сведений недостаточно. Я предлагаю внедрить в таверну агента под глубоким прикрытием. Не, ну... Начинался этот Wolfenstein, конечно, интереснее, чем все следующие части. Во всех следующих частях Wolfenstein там уже другой Бляшкович. Бляшкович. Понятно, у него бляшки. У всех бляшки. У всех Бляшковичи бляшки. Так, за тобой нужно идти, да? Ты куда ушел-то? Как мне за тобой идти? Почему днем закрыта пивная? Жаль, жаль, жаль. Ну, я-то не пьющий, но Блажкович может пьет. Это костер из воды. Он еще и со звуком. Вот это графон. Counter-Strike Xuras отдыхает. Чуть получше вот эта вот водичка, чем в Сюрсе. Прикольно, прикольно. А что с хвостом? Косичку сделали, типа такую, да? Кто там забор чистит? Я вроде за тобой идти должен, а не бежать. Сохранение игры, значит, я туда иду. А я еще не все посмотрю. Следуйте за мной. Что тебе известно о Цепелине? Ведьмак! 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 Теперь пошел отсюда. Окей. Чего орать-то? Это вход на ярко. Нахрена так шатает? Тоже закрыто? Зачем тогда прорисованы эти дороги, тем более такие длинные, чтобы я туда сходил и ни хрена не нашел?
Ты в Хежле любишься? А, я сюда пойти нужно. А там что? Очень. Меня привели к вам. Я не искал вас. А где Фов нормальный есть? Почему так все близко? Как будто он 80-70. Этот Фов. А так еще будет больше Фов, да? Смотрим. Все? Хотите, чтобы, да? Да? Сколько мне раз, да, еще надо сказать. Теперь черные полоски появились. Это как-то нелогично. Должно быть просто пошире же, нет? Ну, полоски так полоски. Бегает, как эта девочка с куколкой. А ты свой? Да дайте пройти-то, чё вы, блин... Ты уже встречался с Каролиной Беккер, нашим руководителем? Необыкновенная женщина, и не только внешне. Чё ты меня все перебиваешь? Её уму, у неё ум есть. Ты. Да ты договаривай, я тебя слушаю. Молчит. Обиделся, что ли? Обиженка. Вы тоже обидитесь? Ты куда пошел, если... Берег Энгли считает, что тебе можно доверять. А я думаю, ты... что он слишком легковерен. Ты стулу говорил. Такой уж у него характер. Но Каролина ему доверяет, и он неплохо проявил себя в качестве ее тебе помощника. Тебе усов не хватает. Когда он пришел сюда, бредя и истекая кровью, а его жену... Бредя. Он... Что он, да? Раз, два, три, четыре. Некогда болтать. Ты охренел? Четыре шага отошел, все, перестал болтать. Чё с музыкой? Что-то нагнетающее такое. Тут где-то страшилка прячется. А, звук как в КС тоже. Это лестница. Как будто меня тут скример какой-то напугал. Такой звук вообще. Зачем? Ой, я, мистер, не болтаю. Вот иди сюда. Паркур. Спидран. Ты чё, в меня целишься? Я сейчас сам ведь прицелюсь. Это точно из КСС взято. Постарайся не заблудиться. Зачем мне прицел? А чё я туда приходил-то? Рад нашей встрече, агент Блажко. Я не Блажко. Тебе лучше не выходить на улицу. Если всё же пришлось, советую двигаться... Это подводная лодка в небе? Или по канализации. Там воняет, но это... Я отошёл на 4 шага, ты чё болтаешь? Кружка Крейсау, то лучше доберись до них поскорее. Наш руководитель Каролина Беккер хочет... Графу. RTX. Ты что-то говорил? А тут лестницу не догадались сделать? А, паркур, да? Присесть во время прыжка, это не значит, что ноги подогнуть, это значит присесть. Как можно во время прыжка согнуться так вот, чтобы присесть? Как можно во время прыжка не ноги поджать, а голову поджать? Куда? Как? Там нет таких мышц, чтобы как шланг пожарный сматывать голову или что, блин? Так, вообще, да, куда идти? Да хватит так шатать, это, блин, бесит. Срикошетило, но меня не убило. А я везунчик. Может, откроется? Нет? Так. Опять загадки в стиле Half-Life, ну.
Мне ключ нужно найти, да? Серьезно? Что? Почему его так трясет? Где-то уже выпил. Бегает, шатает его. А где, собственно говоря, ключ? Ты с такой... с таким лицом точно не знаешь. Я тут немного занят. Я думал, с тобой поговорить можно уже. Перестал обижаться. Собственно говоря, я тебе второй фингал поставлю, если не скажешь, где ключ. Ну так, для симметрии чисто. Хочешь поговорить о наших уязвимых местах? О. Думаю, Антон и Штефан могут Девушка. Представлять опасность. А, мне сюда а нужно было. Они не будут кусать кормящую руку. Будем надеяться, что нацисты не предложат им более лакомый кусок. Где я уж понял, тут написано большими зелеными буквами. Очень признателен за помощь на вокзале, но оказать помощь мы не сможем. Назови меня нормально. Айзенштадт. О, Каролина, ему не у вас есть хоть одно название чего-нибудь, имя собственное, без буквы Ш? Мне судить. Если правда, что твоя цель генерал Цета, то последний раз мы его видели на археологических раскопках за городом. Охрана там что надо. Мы понятия не имеем, чем там... Что надо? Это пустая трата времени. Тебя расстреляют на месте. Логично, что ты не знаешь. Это место на твоей карте. Настаиваю. Ну, я на хлебе настаиваю. Квас. Чё? Еще кое-что. Если нацисты знали о том, это я нажал, я хочу поговорить, а не ты со мной. Будь начеку, Янки. Я не Янки. Биджей, не забудь. Ты можешь пополнить припасы на черном рынке. Братьям можно доверять, по крайней мере, пока у тебя. Так я только что оттуда, как я мог забыть? Ты напомни мне потом, когда мне пригодятся эти самые запасы. У них же всегда есть другие пушки. Кстати, нож есть. Так, ключик-то мне что, дадите, нет? Если тебя схватят, советую принять цианид. В противном случае, это никуда не годится. Так игра же кончится. Если меня поймают. Как... каждый диалог, даже до свидания, я должен нажать на кнопку. Ты что, вытягивать нужно за уши? Если видишь генерала Цетту, держись от него подальше. Он садист и псих. Это тебе не он просто... псих и садист. Как можно было перепутать? Извини, Биджи, не могу сейчас разговаривать. Так, а зачем тогда ты просишь меня нажать на букву? Я очень занят. Поговорим позже. Ключ. Дай мне ключ, я уйду. Вот ты какой злодей. Вот ты какой. О, доктор кто? Когда новая серия? Ты тут не косплеишь, надеюсь? Темного человека. За мной, агент Власкович. Зачем я сел? Наконец-то ты пришел. Ты что там срать ходил или жрать? Или то и другое? Идемте, агент Блажкович. За мной. Вы что все такие приколисты? Из мусорки золото достала. Можно мне такую мусорку? Двигай. RTX, мэн. Двигай. Нельзя терять ни минуты. Пошли. А, я понял. Это типа идти за тобой, значит, то, что я иду первым. Сюда движется патруль. О, уже открыто. Кемпер. Курфухрер унд волк. Короче, кемпер не волк, а уф. Есть все-таки новые. Новые. Ведьмак, ты что, всех ботов тут озвучил?
Я уже слева пошел. Поздно. О, урона от падения нету. Эй, это хорошо. 5 гранат, да сколько? Сколько у вас гранат? Не, ну конечно веселый был фейерверк. Куда столько крови? У тебя всего лишь рука отлетела и голова. А крови столько, как будто ты на атомы и развалился. Все кроме крови самой. Это кетчуп. Я помню. Спецэффект. А ты свой? Как же вы все похожи. О, распрыжка есть какая-то. Я тут в Марио играю. Бежим. Остается в прицеле, когда я перезаряжаю патроны. Но это прям так быть реалистично. Да я знаю. Опа. Как он долго гранату кидает, я уж отходить хотел. Как ты можешь сказать о без головы? Золото? Зачем мне золото? Покупать патроны, которых у меня здесь студию. А, уже заканчивается, понял. Прям. Блин, ты свой. Прям. Он реально, блин, бегает как девочка. Ми-пи-ми-ми-ми. И прыгает, как она же. Пяу. Пяу, такой счастливый. Уи. К грузовику тут же дверь открывается. Итак, ты намерен добраться до раскопа. Фу ты, блин. Этот грузовик, похоже, везет что-то туда. Ты лыбу давишь. У тебя голова так меняется. Ты на кого-то из актеров похож, не? Вот так на Ласа похож. Рогатого. Вот так. На кого-то. О, это я. Это Джейсон Стэтхэм. Ну, то есть борода его. Все, что выше Макс Пейна. Хотя я не играл еще в Макс Пейн, но... Мемчиков слишком много было на эту тему. Че музыка такая грустная? Я че, в старого Человека-паука играю? Надо веселиться. Прошу, помогите мне. Нацисты меня расстреляют. Ты уверен, что я не из них? А? Джей Блажкович, я знаю, кто вы. Да, все знают Блажковича. Я вот первый раз вижу это лицо, а все его знают. Ковлов. Я Сергей Ковлов. Я хочу забыть древний артефакт, но меня схватили. Потом пытали. Вроде русский озвучивает, они могут правильно написать. Козлов. Там палочки одной не хватает. То есть... Наоборот, убрать надо. Если Рейх получит медальон, все пропало. Ну ладно, жди здесь, а я пока расчищу дорогу. Спасибо, агент Блажкович. Агент. Благодари. Агент Смит. Так ведь, мистер Андерсон. Ой, ладно, в следующей серии. Я вообще не в эту игру хотел зайти. Такие суровые. На Dishonored похоже графика. Че ты за мной смотришь? У тебя жопы нету, не на че пялиться. Собственно, что ты за мной там наблюдаешь? А сюда вот можешь посмотреть? Че взять? Дубинку? А это монтировка? Ой, ну все, ну ясно.
Ну это прям вот. А, это. Не киянка, а какие. Хилл Климп. Игра, короче, на Денди такая была. Вот с такой вот штукой там. Эскимос бегал. Свой? То есть я здесь такой спал. Встаю такой. И в двери выхожу, у меня тут нацист стоит, да? Ну, то есть гномик в шляпке. А это просто 4 буквы Г. Кстати, это знак солнца, только в другую сторону крутится. Типа нужно по часовой крутить. У них по-другому. Музыка-то какая интригующая. Нет у меня. Alt F4. Ладно. Все, всем пока. Увидимся в следующей серии, если я не забуду ее проходить дальше. Можете подписаться на группу ВКонтакте. Паблик. Публик. Бублик. Есть ссылка на моем канале.